Индия планирует укреплять сотрудничество с Норвегией в области ядерной безопасности, образования, торговли и землеведения. Об этом заявил президент Пранаб Мукерджи в ходе своего визита в Осло. Это первый визит индийского главы государства в эту скандинавскую страну за всю историю. Президент произнес торжественную речь перед ужином в Королевском дворце. Ваше Величество, наши двусторонние отношения уже являются плодотворными. Мы сотрудничаем в нефтеразведывательной области и в сфере научных исследований. Мы стремимся развивать наши совместные усилия в области наук о земле, биотехнологии, экологически чистой энергии, рыболовства и здравоохранения. Король Норвегии Харальд V, в свою очередь, поздравил Пранаба Мукерджи с тем, что индийский борец за права детей Кайлаш Сатьярдхи получил Нобелевскую премию мира. Господин президент, я хотел бы поздравить вас с присуждением Нобелевской премии мира Кайлашу Сатьярдхи, которую он разделил с Малалой Юсуфзай. Это величественный момент для вашей нации и награда активному индийскому гражданскому обществу. Президент Индии прибыл в Норвегию 12 октября. В ходе своего визита он также призвал норвежских предпринимателей открывать свой бизнес в Индии. После визита в Норвегию индийский президент планирует посетить Финляндию.